Не успела мисс Екатеринбург привыкнуть к короне, как ее окружили журналисты. Первый королевский рабочий день на минуты расписан съемками и интервью. Впрочем, ей это, кажется, даже нравится. Арина вновь и вновь повторяет, до последнего не верила, что получит заветное звание. Я предполагала, я думала, что... Ну, вообще, для меня это так было все неожиданно, на самом деле, потому что я... Там были некоторые моменты, при которых я думала, что я возьму хотя бы вице-мисс или вице-мисс 2. Но когда я услышала свое имя, у меня... Ну, я, в общем, была очень удивлена. 20-летняя Арина смогла обойти 26 соперниц. Признается, стоять на сцене совсем не боялась, и ей не привыкать. Ведь она с детства увлекается танцами. Уверенность девушки и впечатлила жюри. Мисс Екатеринбург должна быть прекрасна в любой ситуации, даже когда приходится импровизировать. Девочки начинают разыгрывать мяч. Сегодня все очень рады футболу, потому что наконец-то им удалось снять эти каблуки. Конкурс комментаторов был одним из этапов отбора. Арина справилась с ним на отлично, ведь со спортом она на «ты». Когда-то занималась хоккеем, а сейчас танцует в группе поддержки автомобилиста. Поэтому и во всех танцевальных номерах Арина была номером один, несмотря на то, что на подготовку было крайне мало времени. В этом году я вот пришел, остается 2 недели, танцы надо выставлять, и, как говорится, я уже по ходу знакомился с девушками, по ходу понимал, что они умеют, уже, как говорится, скорее они отталкивались от того, что уже придумал я, а не как в прошлом году я отталкивался от того, что они умели, например. То есть вот такая немножко была сложность в этом году именно. Правда, кроме красоты и пластики, судьи смотрели на интеллект. Умение говорить на публику – важное качество для королевы. Иногда люди очень... устают после работы, и вечернее время им было бы очень приятно потанцевать либо посмотреть на людей, которые танцуют. После всех испытаний жюри распределяло места. Судьи признаются, не обошлось без жарких споров, но им все же удалось прийти к единому мнению. Арина Верина, номер 11. Арина признается, первые секунды не могла сказать и слова, ведь она была уверена, что победит другая. Впрочем, сейчас происходящее уже поверила и готова приступить к новым обязанностям. Я думаю, что, во-первых, это нужно помогать своему городу развиваться, представлять лицо города Екатеринбурга. И думаю, что мне потом все эти задачи расскажут, я обязательно их поддержу и исполню. Тем более, что быть на публике она привыкла, да и на телеэкранах появлялась уже не раз. Теперь Арине предстоит красоваться и на обложках модных журналов. Перед главной красавицей города теперь открыты все двери. Тимур Лебедев, Алексей Богданов, Антон Лимонов. Главные новости Екатеринбурга.